Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру Batman Arkham City. Это у нас, в общем-то, уже 10-я серия, в которой мы оказались в полицейском участке бывшем, в котором, если не ошибаюсь, мы побывали в Arkham Origins, одной из миссий сюжетных. И теперь нам нужно будет найти, здесь, по-моему, как раз этого мистера Фриза. No one in or out. You see one of Joker's crew? Ага, там где-то пингвина. What about Batman? Прячется. Ну еще потише сделать. Ну, конечно, чтобы шум не было нормально, все слышно. Хотя бы речь. Музыка пусть нормально будет. Самое главное, чтобы было все слышно при записи. Him too. Just like that. Just like так, ну что ж, пошли. В общем. Так, что у нас здесь? Куда ведет ход? Ага, сюда. Уж какое-то тайное место. Так, все, это представители есть. Например. Так, а что у нас такое? Муниципальная панель. Так, а можно ли ее... Так, не то. Нельзя. Так, это нас не открыть, конечно же. Так, что у нас здесь есть? В этом здании это интересненького такого. Никаких призов Риддлера не вижу. Значит, в общем-то... А, хотя ради панели лезть сюда можно было. Но пока взломать-то не получится, нас нету необходимого. Так, а сюда можно залезть? Нельзя лезть? И пока... А, нельзя. Пока нельзя. О, как он не знал об этом. Так. Так, и для чего это вообще? Ага, и чё? Ах ты. Так, а для чего не что? Надо щипа, нет, для чего? А, и как там здесь? А, сказать, загадка интересная. А вот как раз, да, присоединись. По сути, не так далеко, кажется. На первый взгляд. Так, вот какая там вентиляция есть. Посмотрим там, что у нас. Как-то все-таки нужно все это сделать быстро, что ли? Или как там непонятно, как вот. Можно здесь вот все это понажимать, чтобы... Так, какая здесь интересно, интересно. Так, что мы здесь найдем, да? Или мы обошли их там? А, мы это обошли. Этих людей. Пингвина. Так, ну как все-таки ту загадку разгадать, интересно. Вот я что-то так и не, пока не пойму. Если когда тут не планируешь, что ли? Если когда это не сделаешь. Как здесь можно планировать-то? Земли не дотрагиваться. Да. Черт, так не падай вниз. Да, загорелся, но... Может, зарывать нужно, нет? Значит, ты гелий. Но это, конечно, привлечет внимание. Знаешь, потом подумать. А то вдруг еще эти встрепенутся у нас. Как бы... Непонятно, как все зажигать. Сложно понять. Ладно, потом разберемся со всем этим. Сначала разберемся с этими людьми пингвина. Узнаем, где мистер Фриз прячут. Они. В том числе сам пингвин. Потом уже разберемся с этой загадочкой Ридлера. Может, потом разберемся, не знаю. Мы с тобой еще вернемся. Второй раз. По сюжету. Так, сколько у вас здесь? Двое. Там мы самое главное еще не заметили. Они с нехило ходят. Так, а у нас здесь спрятаться-то можно за эти штуки-то, горгули? Главное, еще не видел бы нас он, парящих. Так, а так сверху. Красавчик. Так, нам быстренько с этим справиться. Пока пингвин не сообщил. Ну да, я знаю. Давай быстренько.
Майкл не сообщил. О, еще один вот. Ох, он сейчас сюда пойдет. Так, давай, Бэтмен, быстрее. Отлично, скатился. Ничего не скажешь. Ой, да блин. Gave an order. So move. Please, I give up. Look at me. I'm dropping my weapon. Where's Freeze? He's in the museum. Penguin's got him. I'll have to cut that tongue out of your head, boy. I don't love people telling tales on me. No. I'm sorry, Mr. Cobblepot. He made me tell him. You get out of that, man. I'm safe and sound here in my museum. Try and get me in your life. Так, спаси мистера Фриза от пингвина в музее. Это что такое было? That doesn't sound good. Но это понятно, что никому это не понравится. Так, что с ним делать-то? А, это оружие притягивает. Ну, что-то нам пригодится, по-моему, это против мистера Фриза, если не ошибаюсь. Биты с ним. А с ним мы еще будем сражаться. У нас будет босс-баттл, говорится. Так, а, это пока нам не попасть туда. Здесь у нас эти вот закрыть нужно их. У нас гаджета не специального для таких вот штук. Так, ну да, здесь это будет босс-баттл с мистером Фризом в будущем. Я помню, битва такая очень интересная. Там можно по-разному будет с ним биться, разными методами. По-своему даже очень интересно. Так, а вот здесь что-то есть. Мне кажется, там ничего, наверное, нету. Что здесь-то? А, это просто лишь это можно разрушать. Ну ладно, не будем пока что-то трогать. Это тоже у нас, видимо, для этого мистера Фриза приготовлено. Да здесь вообще ничего, у меня разгадками нет ничего. Я понимаю просто. Ну да, все это для мистера Фриза, для биты с ним все приготовлено. Тогда здесь больше ничего интересного нету. Можешь пробовать подумать и ту загадку разгадать, которую я там оставил. Где-то наверху. Как все-таки здесь сделать надо? Может, как-то надо пометить. Потом взорвать, активировать, нет? Не получится. Ну я просто не знаю, как здесь можно спланировать-то. Так что зацепиться. Хм, странно. Как-то еще можно это сделать. Так, чтобы все сразу одновременно активировалось. Если пока шпланировать его, не получится. Попробуем. Да нифига не работает. Вот как вот, как вот. Бумерангами точно тоже ничего не сделаешь. Ай. Чтобы три, то есть одновременно активировались, вот как вот такое возможно. Если даже цепиться сверху нельзя. Если слишком узкое помещение, вот я не знаю даже, как это все можно. Вот. Он сразу же отскакивает. Здесь какой-то гаджет должен быть специальный, наверное, не знаю. Пока просто я не знаю, что сделать, ладно. Это мы выяснили, где находится этот мистер Фриз. Можем сюда сюда ходить. Ага, конечно. Альфред. Hello, sir. Have you retrieved the cure from Mr. Freeze? There were complications. Penguin has got his hands on Freeze and trapped me in the GCPD building. You do realize that you will actually die if you don't get this cure soon. Thanks for reminding me, Альфред. I'm in a police building. Cobblepot's obviously bribed some official into giving him the lock codes for the municipal structures. I'm downloading the unlock codes right now. Ну все, мы получили то, что нужно. Так, ну да, сейчас мы все откроем.
Теперь у нас, слава богу, есть эти коды, и можем спокойно какие загадки даже разгадать при помощи секвенсора. Наконец-то. Здесь, конечно, такая система, по сути, необычная была. Но это такое же, по-моему, было и в Arkham Origins, но в Arkham Asylum там по-другому все было реализовано, в плане вот этого секвенсора. Впервые это был, по сути, новинку этой игры, на том, я так, пароль. В Arkham Origins уже там одно и то же использовали, что было в Arkham City. Так, новое улучшение. Чего там? Доступно не новый уровень, что ли? Не пойму. Или нет, просто. Так, отлично, там мы открыли проходы теперь. Теперь можно тогда и загадки некоторые разгадать, там, некоторые панели сломать спокойненько. Если у нас теперь у нас есть вот эти коды там. Черчение какое-нибудь. Так, нет. Заключение, пароль принят. Серж, один первый уровень. Давай, открывай, ну. Наконец-то. Здесь какой-нибудь приз точно спрятан. В этом я уверен, да. Погоди, для кого интересно? Для женщины, кошки, нет? Нет, для нас. Для очень нашего бедного. Так, отлично. Ой, новый эскиз получили. Так, все, здесь, по-моему, ничего больше нету. Еще один, но я пока не знаю, как с ним, в общем-то, как его добыть. А там еще не знаю, как пройти, там нужен гаджет будет специальный. Так, а что такое? А, типа. Ладно, нормально. Да, там у нас нужен гаджет специальный, чтобы достать этот приз Ридлера. Доверху еще там есть. Хотя надо будет его сфотографировать как-то, может, чтобы не знать, где он находится. Может это сделать, интересно, поможет. Во. Тем более, нужно быть первым у нас помечен на карте. Да. Конечно, здесь еще, наверное, где-то есть, но потом мы добудем. Может, вернемся, как говорил, еще второй раз потом. Ну и можно потом еще вернуться. Вне сюжетной линии. Так, по сюжету мы еще сюда попадем. Один раз. Так, ладно. Что такое вообще? Что там происходит? Так, а что у нас внизу? Внизу-то я был. А, там приз Ридлера-то. Так, мы поместим. Хотя достать интересно, снизу что ли? Угу. Точно снизу. Ладно, попробуем сейчас достать его. Что получится, как туда попасть. Погоди. А, это не попаду, что ли? Так, как туда попасть-то? А что-то, погоди, что-то было такое? А, просто какая-то вывеска, надпись. Так, хотя, может это... Нет, вниз стоит только так попадут. К этому призу с другой стороны же попасть. Как, я только его точно не знаю пока что. Так, ладно. А? Кто у нас здесь? Gang war in here is escalating. Penguin started destroying bridges to pin down Joker's crew. I hope you haven't let this get in the way of finding the cure. I'm sure I don't need to remind you of its importance. I'm on my way to the museum now. It's Penguin's base in Arkham City. Ну да, так-то. Ох, сука, вам. Так, а если это сфотографировать здесь, можно? Надо? Сегодня мне обнаружены. Ну, ладно. Там у нас кто-то был. Бэйн. Сидит. Что-то не обнаружено, когда фотографировать надо. Так, нет, не за него. Мне нужно... Готовы попробовать просто фотографировать. Это можно? Это надпись. Ничего.
Все не обнаружено. Как нужно фотографировать, интересно эти. А? А, это вот тот монеток. Тот что-то говорит там с кем-то. Так, главное, будем искать дальше. Загадки. О, что-то я вижу. Так, что у нас там такое? А это что у нас? А, это, наверное, какой-то... Понятно, какая-то, в общем-то, у нас тренировка. Может, конечно, попробую пройти ее? По пути. Так, вот что-то вижу. Еще какой-то пристрастер. Я понимаю. Хотя, наверное, достать не смогу. Я еще тут там. Я сейчас хотел... Так, а это у нас... А, этот... Да, этот, в общем-то, мы с ним квест уже поняли, что ли, нет? Так, о! Просто лежит. Странно. Так, этот у нас интересный квест. Эй, мы уже разгадывали, да. Так, это знак, это... Так, туда можешь по тренировку пройти. Еще какая-то тренировка у нас есть, как понимаю. Есть. Так, ладно, попробуем. Да, получится. Ох ты! Слишком я окунулся, конечно, да. Ладно, еще раз пору. Так, ну туда вообще цепляться-то. Повыше. Ладно, получится второй раз. Я слишком низко пилотировал. Слишком низко пилотирую что-то, мне кажется. Я там попытки лишь не вырежу в любом случае из этой серии. То не получится. Да. Что, не успеваю просто пилотировать, да. Неудобно. Водичка мешает. А там-то, наверное. Ну ладно, получится. Особо, конечно, неудобно. Ах, пилотирует. Ох ты, привет, друзья. Что-то бы не мне... Да, просто неудобно, конечно, сделано. Да, сложно, сложно пилотировать. Это надо учиться просто. Давайте попробуем быстренько. Получится. Ну да, постоянно, по-моему, не успевает. Надо как-то повышенно как-то сделать. Это неудобно. Очень неудобно. А, блин, водичка там. В общем, получилось, но... Ох, привет, друзья. Ладно, потом с вами разберемся, потом. Подождите. Нас ждет тренировочка. Вот, чуть-чуть. Чуть-чуть, в общем, чуть-чуть получилось. И... Так, где вообще? Привет. Извините, мне нужно в другую сторону. А где нас это был-то? А, не понял. Что-то не помог, куда? Нифига себе, что-то я когда всей партии уже сотрудник туда. Я хотел вообще-то не руку пройти. Так, тихо-тихо. Не ручку хотел пройти, но не получилось что-то. Давай-давай-давай! Фу, отлично. Удачно все прошли. Пропланировали. Фу, да, прикольно. Сделали, конечно. Очень сложно. С первого раза не получится. Привет, друзья. Ладно, набьем немножко. Челлендж. Опыта. Подрочим с ними. Жалко, троих нельзя сразу одновременно. Или можно вообще троих одновременно вырубить?
так вот всех отмутузим, чтобы меньше к нам цеплялись. К нам очень лезли эти. Так, ну все, первую тренировку мы прошли, да? Она на карте была еще помечена, оказывается. Так, у нас задание сюжетный квест, да, я понимаю, там еще. Этот найдем как раз контейнер. Так, это потом спасем. Пока что ищем еще загадки. По пути сюжета будем идти, думаю, пока. Это потом тут пройдем, я смотрел просто видео как раз Фоллаута, где он там все это делал, тренировки проходил. Сам, что не знаю, как там можно спланировать, этим можно как-то спланировать. Ой, да, сложно, потому что загадки сложные. Но интересно, по сути, интересно самому пройти их, пытаться. Так. Ладно, по сюжету, когда там у нас, в какую сторону нужно идти? В эту сторону, да? Ну, полетели тогда. По пути будем загадки разгадывать. Включаем детективное зрение, чтобы все видеть. Что нужно там нам делать будет? Что доставать? Так, о, панелька. У нас же есть эти входы муниципальные, так-то можно сейчас мы сломать это. Что, нельзя? Точно, прийти в церковь-то. Так, а церковь-то у нас... А, вот еще что-то есть. Точно, церковь-то. Надо в церковь прийти, думаю. Там у нас кое-что интересное ожидается. Ну ладно, в общем, почти сходим скоро в церковь. Там у нас Ридлер точно ждет, Ридлер ждет у нас. Там загадка. С ними связанные очень интересно будут. Так, а здесь еще у нас был? А, ну здесь еще был все-таки приз, там я уже взял. Так, что там, по-моему, был, что-то я видел. Так, а где у нас церковь? Ага, ну по пути, так по пути мы заглянем потом ее. Так, что-то я там вижу. Какой-то приз Ридлера. Не панель пока не взломать, там что. Мастыка что там взорвал неплохо, нехило-то. Но нам это не помешает. Так, камера. Да, спуститься бы, так, чтобы не упасть. Камеру уничтожаем. Еще одна. Черт, надо как-то спуститься грамотно туда. Там можешь спуститься, интересно? Или нет? Так, это платформа какая-то есть, да? Подумай, посмотрю, где. Так, не очень точно спускается что-то. Вон, туда. Осторожненько, так. Вот там приста. А что так активируется-то? А где там что-то? Какая там табличка какая-то. А это что активирует, туда интересно. Ох ты. А, понятно. А. Так, ладно. Где у нас проблема батаранг? Пойдем туда сразу в три. Так, время пошло. Так, и быстренько третий. Что-то время идет-то. А, успели, что ли, да? О, успели. Отлично. Взяли этот приста. О, новый уровень получили, тем самым еще добавок к этому. Так, прокачаем баллистическую броню, конечно же, до конца. Потому что она очень пригодится, будет много, думаю, этих стрелушек, психоружия, врагов с оружием. Так, что у нас дальше-то? О, что есть? А, это женщина-кошка же приз. Так, поместье можно, естественно? Так, во. Ага, это как раз для женщины, женщины-кошки, она как раз может здесь лазить спокойно, если она может лазить весь в этом месте-то. По потолку-то, точно, вот для нее, потому что это Шреддер. А, ну, не возьмет, он не дотянется, мне кажется. Хотя попробовать можно. Взять. Так вот, вдруг он, мне кажется, не возьмет. Но он, видите, вот, не целится он, по ним, не может он зацепить. Только женщина-кошка может взять приз. Так что, когда мы будем за нее играть, обязательно потом ее возьмем. Ой, точнее, приз, ее приз возьмем. Так что, в любом случае, нам это пригодится. Сфотографируй ты его. О, что у нас? Смотри, тут у нас там... Кто это вообще такие? Так, пойди. Что там такое было? Не показалось?
Так, ну все так-то. Если мы там направимся в церковь, тогда по пути. Ну да, в общем, здесь, конечно, призы женщины-кошки тоже можно фотографировать, самое главное. Так, камера. Так, что-то еще кошка заметил. Так, еще отлично. Испытания прошли, так. Что-то здесь есть, как я понимаю, да? Тут как это достать? Интересно. А, так, что-то он ездит. А, Марика. Угу. А так нам... А, как нам тогда это сделать, интересно? Надо это тройной бэткопси, бэткопси тройной получить. У нас тройного бэткопси-то нету. За река, чтобы можно было вот... вот так вот, за река можно было. Вот так вот. Что здесь как бы за река, только, конечно, тройной бэткопси. И чтобы можно дотянуться, наверное, получится. Мне так кажется. Ну, должно как бы. Не знаю. Да, можно будет за это туда попасть, вот и достать этот, наверное, приз. Хотя это... Ты не знаю даже, как это идти, что это. И кому-то здесь стать нужно. В общем, не знаю пока. О, что-то есть. А, ЗАЗ. I'm sorry, he's not available right now. You need to find the phone. Давай искать, куда можно бежать дальше теперь. Искать этого сумасшедшего. Так. А, в ту сторону. Надо бежать быстрее. Время-то у нас еще не так много. Время идет у нас. А мы успеем, думаю, успеем. Благодаря планированию и, в общем-то, этим крюку, усилителю крюка, мы быстро сейчас доберемся до телефона. А где у нас телефон? Вот он звонит. Быстренько все сделаем, доберемся до него. Что врага полно врагов, но что теперь делать? Потом разберемся с ними. They called him the penguin. Even back then. He had both eyes, of course, that little accident hadn't happened yet. And both of them were looking at me when I put down my cards. Six of clubs. Six of diamonds. He looked scared. He leaned forward and I could smell the cigar stench on his breath. Six of spades and finally, six of hearts. I felt good. And then he started laughing. He belched out smoke and he put his cards down on the table. Card by card, my heart sank. A three, a four, a five, a six, a damn seven! His straight flush ended me there. I was lost and thrown out into the city to die. Penniless. Mm-hmm. Ай, долго нам придется еще, наверное, побегать. Так, привет, друзья. Давайте тут следующее. Потом мы, в общем-то, там одну камеру. Так, что такое? Новое задание? Потом разберемся. Что там за задание такое появилось? Давай, ну, эх, пропустил момент, когда нужно было, можно было внизу добить. Так, что у нас за задание интересно нового появилось-то? Ага, в церкви. Так, ну понятно. Вообще куда-то мы не туда, не улетели. Ну да.
мимо что-то. Так, там получит мне руку пройти. Ой, хотя, конечно, серию там закончить можно. Первую. Десятую мне эту серию. Так, вот еще какая-то загадка вижу. О, не туда я вообще полетел. Не туда полетел, мужичек. Надо пройти все-таки за это. Ох ты, посложнее же будет. А, только это... Конечно, нужно спланировать так очень грамотно. Так, вообще даже не туда зацепился, хотел повышить. Ну, пройдем, не с первого раза, конечно, пройдем, возможно. Это, в общем, за это... Ох, да, почти что получилось. Если как-то сложно посмотреть, спланировать. Так, что-то еще там, кажется, а это там. Ой, меня промазал. Давай, давай. Почему провально-то? Провально-то? Ну ладно, как хотите. Ай. Это неудобно. Планировать там. Конечно. Ладно. Вот сейчас получится точно. Долетим. О, ну все, отлично. Долетели хотя бы. Разберемся с вами заодно. Куда полетели-то? Ха, нормально. Эти все куда-то убежали. Куда убежали вообще, друзья? Ну и куда вы все убежали? Да, двое убежали вообще куда-то, не понятно куда. Куда они там собрались? Так, она здесь. Ага. Может, что-то есть? О! Так, я помню, не фотографировал этот знак Риддлера. Вот. Так, вот. Еще, как, ну как это вообще не обнаружено? Не понял, я ж это. Че неправильно-то? Ты издеваешь, что ли, вообще? Так, может, правильно будет? А им пока не можем фотографировать, потому что этот... Надо в церковь идти. Так что понимаю. А, что такое за... Блин, ну правда, так этот... Чё я торфировать-то не могу? Правда, что-то я не пойму. Чего он не хочет фотографировать-то? Эти вот еще прилетели. Может, надо сюда заглянуть, думать, заглянуть типа сюда попробовать. Вообще, по одному пора. Ладно, ладно, в общем, будем заканчивать пока на эту серию. А, пока что эту серию, в общем, о прохождении игры Batman Arkham City. Увидимся в 10-11 серии. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи и всем пока.